Спецоперация по ликвидации террористической ячейки проходила одновременно по 14 адресам в Казани, Ульяновске и Омске. В Ульяновске представители террористической организации задержали прямо в машине в железнодорожном районе. ФСБ России по Ульяновской области в рамках сопровождения уголовного дела, возбужденного следственным отделом ФСБ России по Республике Татарстан в отношении членов запрещенной в России международной террористической организации «Хизбут Тахрир аль-Ислами», установлен и задержан на территории железнодорожного района города Ульяновска активный член указанной МТО. Thank you.